Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Я случайно удалила начало, поэтому встречаемся с вами в Икее, куда мы поехали с детьми. До 5 ноября у детей были осенние каникулы, хотя на самом деле в большинстве польских школ таких длинных выходных, как у нас, не было, но каждая школа здесь отдельно может как-то организовать выходные дни. Если праздники выпадают, например, на выходной, то потом можно взять какой-то выходной среди обычных будних дней. И, собственно говоря, мне нужно было отправиться в Икею, потому что я нахожусь в поиске туалетного столика для себя, точнее, в этот раз уже не туалетного, а самого обычного. А так как дети были дома, я не могла их оставить одних на несколько часов, поэтому я взяла их с собой, и мы чудесно провели время в Икее. Там очень часто можно встретить мамочек с детьми, с маленькими и постарше, потому что мне кажется, что даже когда тебе ничего не надо, это просто такая семейная прогулка, где ты все рассматриваешь, подглядываешь какие-то идеи. И я должна вам признаться, что я очень редко покупаю там что-то такое малогабаритное, потому что есть другие места, где мне что-то нравится, и вообще об этом я вам расскажу чуточку позже. Недавно мой муж вернулся из Азии, где он также посетил, он ездил туда по работе, но посетил там и частично выставку, где были всякие кухонные принадлежности, разные товары для дома, и после того, как он показал мне фотографии того, что он там видел и что можно приобрести там, в Икее уже не так интересно. И если уж совсем по-честному, то достаточно дорого. Каждый наш поход в Икею заканчивается вкусным обедом, это уже как традиция. Я решила ради интереса посмотреть, что же интересного в новогодней коллекции Икеи. И я взяла несколько вещей, я покажу вам их в самом конце влога. Ну, если уж совсем так откровенно говорить, то меня не особо что-то впечатлило, потому что из года в год приблизительно все одно и то же. Ну, можно взять какие-то универсальные свечи, адвент-календарь. Ну, а так, вот лично меня особо ничего не вдохновило. Формы для выпекания я тоже не покупаю в Икее в основном, но здесь они тоже есть. Моя любимая ведерко для смешивания, там, для миксера. Они сейчас есть и в белом цвете, и в красном. А появилась новая посуда, но она с каким-то таким желтым подтоном. Чашечки, стаканчики, скатерти. Я думаю, что вот если вы смотрели мои праздничные влоги, то видели, что в основном я все-таки покупаю декор в других местах и нахожу что-то более интересное. Мои дети развлекались как могли, но в итоге мы сделали то, что надо. И у меня также было время все порассматривать и, да, прийти к выводу, что в Икею можно поехать за тем, что тебе прям супер быстро надо, и из мебели что-то, например, там какой-то шкаф купить, какой-то стол письменный или рабочий. Ну, а так, чисто, знаете, потому что я все это люблю, решила заснять и для вас. Упаковочная бумага, все новогоднее, вот эти звезды. В этом году появились и другие расцветки. Звезды вот я люблю. Но когда-то это был феномен Икеи, сейчас они есть буквально везде. Вот такие расцветки представлены в этом сезоне. Это было вообще-то даже не 1 ноября, а раньше. И уже были вот эти рождественские звезды, рождественские растения. И мне кажется, что это немножко рано. Как считаете вы? Наверное, уже скоро с августа начнем готовиться к новогодним праздникам. Команда устала. Мы справились с заданием, стол купили, должны привезти на днях. Я побоялась, что не поместится в мою машину. Я еще взяла кое-что крупногабаритное, сразу оплатила доставку и то, что вы мне занесли на второй этаж, потому что для меня одной эта миссия невыполнима. Что касается каких-то мелочей, то я не особо что-то покупала, потому что какой-то, знаете, слишком однообразный ассортимент, он очень редко обновляется, плюс еще и
цены выше и выше и выше, вообще более интересное что-то я могу найти в других местах. И сегодня я хотела бы познакомить вас с международным маркетплейсом, который я открыла для себя недавно. Он называется Joom. Я провела там несколько часов, потому что у них буквально есть все из каждой категории. Это и товары для дома, одежда, обувь, аксессуары, какие-то полезные гаджеты, электроника, техника для дома. В общем, Marketplace Joom осуществляет доставку товаров из разных стран, из Китая, Турции, Индии, Южной Кореи, европейских стран, и там также представлены брендовые вещи. Конечно же, я настоятельно рекомендую вам скачать их приложение на телефон, потому что именно там в разделе акции вы найдете самые горячие предложения ноября, максимальные скидки. И позвольте мне сегодня быть вашим проводником по сезону распродаж, потому что во всех этих скидках можно потеряться, а я вам чуть более подробно расскажу о каждой из них. Во-первых, в течение всего ноября вы можете прокрутить колесо удачи и выиграть какой-то купон на покупку, причем скидка может действовать тоже и на брендовый товар. Также до 13 ноября в разделе акции вы можете найти огромный список товаров, которые вы можете приобрести по супер ценам. Причем вы можете добавить их в вашу корзину в любое время, но для того, чтобы получить максимальную выгоду, скидку аж до 40%, вы должны оформить заказ в указанное в этом предложении время. И еще несколько важных моментов. Для того, чтобы приобрести акционный товар, в вашей корзине должно быть еще 2 товара без скидки. Причем вы можете реактивировать эту акцию и оформлять несколько заказов. Но нужно торопиться, потому что количество товаров с такой большой скидкой ограничено, и предложение будет доступно до того момента, как он просто-напросто закончится. Ну и вишенка на торте – это финальная цена. Это акция, которая очень редко, буквально раз в год распространяется и на электронику. Это то время, где скидки достигают своего пика на технику. Это то, что я очень люблю, это мои домашние помощники, без которых я не представляю себе свой быт. Это беспроводной пылесос, который мне придется обновить, потому что он по ходу дела умирает. Это робот-пылесос. И также, знаете, что мне нравится? Хотела бы приобрести себе такой робот для окон. Если у вас он есть, то поделитесь своим мнением. Я также сделаю для вас подборку тех товаров, которые мне интересны, которые я приобрела бы себе, на которые стоит обратить внимание. И всю подробную информацию я оставлю вам внизу в инфобоксе. Это еще не все, потому что Joom предоставили целых 10% скидки. С промокодом ОСЯ вы можете получить 10% скидку абсолютно на все. Что касается брендовых вещей на Joom, их вы можете найти по определенным признакам. Это оригиналы, это товары, аутентифицированы менеджерами Joom. И если у вас, например, нет возможности заказать с официального сайта, или везде там распродан ваш размер, или вы ищете что-то из лимиток, попробуйте посмотреть на Joom. Тем более в период таких очень выгодных предложений можно еще неплохо сэкономить. Я приятно удивлена ассортиментом и разнообразием на Joom. С 11.11 начинаются действительно хорошие скидки. Задумайтесь о том, что скоро новогодние праздники, может, стоит приобрести какие-то подарки. Лично я буду искать кроссовки из коллекции Джордана для старшего сына. Да, удачных вам покупок, а мы продолжаем наш влог. Девочки, сейчас я хотела бы показать вам несколько классных находок для дома. Некоторые из них мы с вами вместе протестируем. Это я уже проверила, это такие клипсы для организации, скажем так, носков во время стирки. Если они постоянно у вас теряются, вы не можете найти пару, то вешаем наши носочки парами, цепляем, точнее, на вот такие клипсы, стираем, и они, кстати, не спадают. Я купила себе где-то 3 набора по 5 штучек и планирую докупить больше, потому что это нереально удобно, плюс вы потом еще и все это можете повесить на сушилку. Я вам показывала, что я использую дома вот такую отпаривательную систему, в принципе, я ею довольна. Был один момент, когда я отпаривала, например,
рукав или что-то, где нужно было придержать, я очень часто обжигала себе руку. Ну, то есть, чтобы на весу это отпарить, это иногда проблема. И увидела, что есть вот такая вещь. Смотрите, сюда поместится даже рука побольше. И все, проблема отпала. Наконец-то у меня не будут травмированы руки. Есть разных расцветок на самом деле. Крючочек, все это можно повесить куда-то, где вам будет удобно хранить. Не занимают много места, и ручки целые. При этом процесс отпаривания гораздо лучше. Если сверху это не проблема, да, то, ну как, нужно все равно быть аккуратной, то внизу, вот тут, где отпариваешь, то, конечно, страшновато. Я уже очень много раз обжигалась. Хопа, где-то по бокам на швах, чтобы не было заломов. Помните, я показывала вам такие шарики для сушильной машины, и одна моя зрительница, за что ей огромное спасибо, подсказала, как ими правильно пользоваться. Когда сушим куртку или стираем, например, для того, чтобы пух или перо не забивалось в углы, не скамкивалось, то кладем и в карманы, и в рукава, и вообще застегиваем несколько шариков прямо в куртку. И действительно, таким образом именно верхняя одежда отстирывается лучше. Но при сушке, например, полотенец, они потом вообще такие мягенькие, и их не нужно гладить. Я теперь кладу их всегда, когда использую сушильную машину. А сейчас вместе с вами я хочу попробовать вот такие штучки. Их используют во время стирки, наверное, тоже сушки можно, для того, чтобы собирать шерсть, всякие пылинки, ворсинки. У нас собака со светлой шерстью, и на темных вещах это часто катастрофа. Так что посмотрим, что из этого получится. Я кладу в барабан, и потом после стирки проверим на более темных вещах. Мне самой интересно, насколько это сработает. Включаем и встречаемся через час. Окей. Какие-то нитки это собирает. Более крупные загрязнения и длинную шерсть собаки тоже, но не все пылинки. Самыми показательными будут, конечно, черные вещи. И камера всегда показывает больше, чем есть на самом деле. То есть пылинки, которые вы сейчас видите, я могу в реальной жизни не замечать. Но факт остается фактом, что в леггинсах я вычесывала юки, и шерсти я здесь не наблюдаю. Также, девочки, взяла вот такую защитную сетку для глажки большого размера. И, конечно, мой отпариватель еще ни разу мне ничего не прижег. Он как-то сам распознает материал, и не шелк, ну вообще ничего не испортил. Но когда я езжу куда-то, у меня не всегда есть место в багаже для ручного отпаривателя. Поэтому такая сетка мне очень нужна. Я испортила очень много вещей, используя какие-то утюги, которые были, например, в отеле, в апартаментах. Но в дорогу это не будет занимать много места, и вещи останутся целыми. А, ну хотя бы, слушайте, это выравнивается после сетки. Вот здесь такой, типа, как мягенький, не знаю, материал с другой стороны. Потому что раньше это оставалось, и особенно меня это бесило на наволочках. Буду тестировать, но если вы пользуетесь утюгом, то вам такое понравится. Девочки, я просто обязана дозаписать этот кусочек, потому что реально это очень полезная информация, тем более мы с вами разговариваем о косметике очень много и часто. Вы знаете, что я фанат корейской косметики, я обожаю их уход, и многое то, что представлено в Польше, это оригиналы, у нас очень строго с подделками, это вообще боль, потому что куча подделок в тех странах, откуда вы меня смотрите, и то, что дешевле, это не значит, что это оригинал, и вам так сильно повезло. На всех, ну ладно, не на всех, на очень многих маркетплейсах это действительно боль, и
На Джуме, в общем, я нашла целый раздел с корейской косметикой, и там представлены оригинальные бренды, вот буквально все, плюс там хорошие цены, там бесплатная доставка прямо из Кореи. Там, например, много того, что не продается нигде, и к нам даже не доезжает. Я вот нашла консилер от Enough. Я люблю тон коллаген, я 100 лет вам рассказываю о нем и выберу себе оттенок, и даже те популярные хиты, которые много где в Европе, например, во-первых, даже с наценкой, во-вторых, они еще и распроданы, вот просто очень сложно поймать, а там цены нормальные, и там оригиналы, и там то, чего у нас нет и, наверное, еще не будет в ближайшие полугода, а возможно вообще никогда не привезут. В общем, девочки, я во время скидок буду покупать еще корейскую косметику. Я вам сделаю подборку своих любимцев тоже в инфобоксе. Теперь уже точно все. Приехали мои нарукавники, о которых я говорила в прошлом влоге, чтобы ничего не текло до самого локтя, когда я умываюсь. Это, не знаю, зависит от роста, от высоты раковины, не знаю, но у меня это бесконечная проблема. Я взяла себе розовые, потому что они просто милашные и красивые, и серые, чтобы не так сильно было видно грязь. И уж точно все хорошо отстирывалось. Раз мы с вами оказались в ванной комнате, покажу вам две пустых баночки. Это корейский уход, который я полюбила еще в прошлом году. Это не просто увлажняющий крем, он очень хорошо восстанавливает защитный барьер. Много раз рассказывала вам о нем. И он без запаха, все как мне надо сейчас. Этот я больше люблю на ночь. И в принципе я и днем его использовала в прошлом году под макияж. Но с тех пор, как купила этот, это именно дневной крем, а это универсальный, можно и на тело. И, кстати, нужно намазать руки, они у меня такие сухие. Вот этот просто чудесный, как база под макияж, и он чуть полегче по своей текстуре. И я буду заказывать этот повторно. И у меня, конечно же, есть запасы моего любимого универсального крема. Ведь он еще закрыт. Ладно, буду вечером с ним разбираться. И пока я буду ждать свой заказ, я хочу попробовать новинки от Guerlain, которые мне подарили еще на мероприятии, на которое меня приглашали летом. Надеюсь, все будет нормально, потому что кожа более чувствительная сейчас. Остается только надеяться, что все пройдет хорошо. У меня никогда ничего не было из ухода от Guerlain. Здесь вот такое масло для лица, миниатюрка. Вау, какое оно красивое, с такими гранулками. Постараюсь растянуть удовольствие. Это миниатюры сыворотки под глаза. Класс. Просто на период адаптации к своему ретиноиду я была крайне осторожной и не вводила ничего из того, что мне неизвестно. Вот это двухфазная сыворотка из линейки Abiel Royal. И еще мне подарили дневной крем, это уже полноразмерная баночка. Упаковка, конечно, потрясающая. Я уже сняла защитную пленочку здесь, точнее фольгу. О, консистенция не гелевая, это хорошо, так ненавязчиво пахнет, это тоже плюс. Здесь в составе аж 94% ингредиентов натурального происхождения, 4 вида меда. Также есть пчелиное, маточное молочко, и он делает кожу более упругой, сияющей, такой эластичной, и, конечно же, дает, обещает давать анти-эйдж эффект. Так что буду пользоваться и тоже ждать свой корейский уход. Это то, что уже точно проверено, а вот с Guerlain буду только знакомиться. С вешалкой в моей комнате я еще буду разбираться, у меня просто-напросто не хватает на нее времени, но я уже давно пришла к выводу, что сумки точно не должны висеть так. У меня есть классный органайзер для сумок, но так как у меня их много, не все туда помещаются, и мне не хочется бегать на последний этаж за какой-то сумочкой, которая мне нужна. И я заказала вот такие органайзеры, на которые можно повесить сумку, например, даже в шкаф. Этот трюк работает. Я заказала только несколько вот таких крючков, но имейте в виду, если у вас сумки с более широкой ручкой,
то, к сожалению, это не так удобно. А вот если она средняя или тоненькая, или даже вот такая двойная для сумки тоут, то такие крючки органайзеры справляются. Аккуратно все развешу и надеюсь, что вскоре моя комната преобразится. Детские каникулы, они такие, мальчики хотят играть в футбол на футбольном поле, а мне нужно работать, поэтому я тут с компьютером, он уже разрядился. Но жду, когда у них тоже закончится батарейка. Где это было? Все было. Файна мама дискусія, а це то є фемінізм. Бо ви мовите, що дівчини так ще вивища ваша школа, що то є справедливо. Ну, то ще вивища і не поняч. Фемінізм? А віте, о чому вальчому феміністки? Ну так, щоб була підвищка. Щоб там дівчини були баржі, баржі. Неправда. Кобіти вальчому о таке саме право. No i nie, nic nie wywalczą najlepiej. Są niżej, niech zostaną niżej. A nie. Jak piłka? Bezkonieczna. Futbol, futbol, futbol. Nie. Zasady gry zakazują podbijania piłki. Przeciwnie, gdyby to jest podbyt. Мы уже купили мягкий мяч, чтобы не разрушить все на свете. Ну, тоже уже были аварии. Сегодня я вместе с вами хочу попробовать сделать омлет пуляр. И если получится, то потом буду давать детям и в ланчбокс, и вообще. Берем 4 яйца и отделяем белки от желтков. Белки я поставлю взбиваться миксером. Добавлю щепотку соли. И нам нужна прям белковая пена. А в желтки тоже добавлю немножко соли и перец. Взбиваем. Нам нужна однородная желтая масса. Разогреваем сковородку и ставим ее на небольшой огонь. Я решила на всякий случай добавить немножко оливкового масла. У меня антипригарная сковородка. Выливаем наши желтки и распределяем их так, чтобы они покрыли все дно. Накрываем крышкой и поджариваем. Девочки, вроде как пуляр нужно жарить на маленьком огне, поэтому наш желточный блинчик немножко поджариваем, но чисто, чтобы он схватился. Тем временем мои белки взбились, и берите сковородку тоже повыше, потому что когда белки разогреваются, они еще увеличиваются в объеме, чтобы ваш пуляр не вышел из берегов. Я думала, можно выкладывать белок и немножко разравниваем его лопаткой. И теперь на маленьком огне все это дело будем жарить. Тоже под крышкой. Пока мой пуляр жарится, я хочу показать вам еще одну находку для дома. Это супер вещь для авокадо. Для начала мы разрезаем спелое авокадо, конечно же. Косточку убираем. И у меня есть вот такая штука. Это тоже вам не IKEA. Авокадо сразу нарезано слайсами. Еще раз. Начинаем нарезать там, где оно побольше, пошире. Хопа! Получаются идеально ровные ломтики авокадо. Дело даже не в идеальности, девочки, это просто удобно, быстро, и ничего там не пачкаешь. Смотрите, достается буквально каждый грамм
из кожуры. Я специально взяла себе металлическую. Она, конечно, подороже. Есть и пластиковые, но она острая и работает как нож. Мне показалось, что она тоже будет попрочнее. Немножко посолю свои овощи. И авокадо я полью вот таким маслом. Оно остренькое. Откуда оно у меня? Из Греции, наверное. Знала бы я, что оно такое вкусное, я взяла бы побольше. Смотрим, что там с нашим куляром. Белок схватился уже, он такой пружинистый. Разрезаем его пополам и складываем. Я в шоке, это очень прикольно. В следующий раз постараюсь еще ровнее выложить белок. Все-таки 4 яйца для меня это многовато, поэтому я взяла себе только половину. Наконец-то приятного мне аппетита. Буду делать еще и сладкую версию для детей. Дома меня ждала посылка из Зары, даже целых 2. Давайте смотреть, что там. Лот номер 1 и неожиданно не бежевый. Я хотела себе яркий свитер, этот привлек меня своим алым цветом и также 11% шерсти. Хорошо хоть так, потому что очень часто за такую цену это просто акрил. Цена, кстати, нормальная. Я оставлю вам ссылку внизу. И у него вязка, как и сама нить, не тонкая. У меня размер XS, и вот как-то к размеру и к фасону у меня есть несколько вопросов, потому что, смотрите, рукав длинноват, даже в XS, но при этом всем свитер не слишком-то и длинный. У меня пропадает фокус в камере, не знаю, в чем проблема, поэтому стараюсь особо не шевелиться. Он далеко не узкий. Если оставлю, я потом его отпарю. Уж не стала ничего делать. Решила с вами вообще посмотреть, что там у меня в посылке. Сзади он, ну, может, если удлиненный, то где-то на 1 сантиметр. И вот у меня какое-то такое впечатление, знаете, вроде и неплохо, но не то чтобы вау, и не хочется прямо из него вылезать. И, наверное, я его отправлю обратно. У меня провались все мои старые леггинсы. Камера, наверное, чувствует, что я выбираю новую, хочу ее сменить, поэтому балуются. И взяла вот эти, они на завышенной талии. Я заказала несколько из эко-кожи, и эти с самой удачной посадкой. Плюс они самые менее блестящие. Мне нравится то, что спереди здесь есть шов, то есть визуально хоть немножко вытягивает рост. Для меня это актуально. Мне такое совсем не идет. Цвет, наверное, для брюнетки какой-нибудь, не знаю, я как бабка. В нем, даже в кожаных леггинсах, не нравится. Хотя кардиган классный, это размер S, он не сильно оверсайз, и здесь тоже 5% шерсти. Слушайте, в жизни еще красивее цвет на самом деле, но мне он совершенно не идет. Прям попу прикрывает, но все равно он не для меня. Вот это прям супер классное. Я бы взяла себе такое яркое, если бы оно было. Вязаное худи. Здесь 14% шерсти. И оно оверсайз. С капюшоном и также с большим карманом. Вот такое длинноватое. И к спортивным штанам, и к леггинсам, и даже к джинсам. Сейчас джинсы посмотрим. Очень приятное и тепленькое. Мне достаточно даже 5% шерсти, чтобы я это ощущала, чтобы не было так холодно, как в акриле каком-нибудь. Юбка под сатин, такого красивого оливкового цвета. Сейчас уже не пойду за другим верхом, потому что очень тороплюсь, и мне еще нужно быстро определиться, что из этого поедет обратно. Красиво переливается. На мне размер S, и она чуть великовато мне сверху, но не обтягивает по бедрам. Мне кажется, что XS меня сейчас, знаете, так некрасиво как-то обтянет именно в области бедер. И, в принципе, я буду носить ее с чем-то удлиненным сверху, поэтому не особо будет бросаться в глаза. Цвет, конечно, мне нравится. Очень классные джинсы на завышенной талии. У меня есть похожие, как мне кажется. Причем эти представлены в 4, а то и в 5 расцветках. Я взяла себе такую типа как состаренную. У меня 34 размер, и они еще растянутся. И я вот боюсь, что они будут болтаться, потому что это все-таки не слишком плотный джинс, как, например, в Levi's.
Это модель типа мам, и даже сейчас я не могу сказать, что они прям очень сильно меня обтянули. На попе тоже хорошо, а вот в талии я уже чувствую, что свободно, и дальше будет только хуже. И по длине они лично на мой рост могли бы быть все-таки чуть-чуть короче. С джинсами я еще подумаю, но я очень хотела бы носить такого плана джинсы с коричневыми, с карамельными ботинками. Тоже заказала их в Заре, они на устойчивом каблуке. У нас такая зима, что даже зимой, в принципе, я смогу их носить. У меня 37 размер, и они не слишком зауженные к низу. Ботинки я, скорее всего, оставлю, ведь они вот ну, такие, под джинсы как раз. Хорошо? Разворошила всю посылку. Сейчас буду собирать обратно. Хотела себе шарф Жакмю такого плана двухцветный, но потом меня просветили, что он акриловый. Я решила, что я не готова отдавать столько за акрил. Вот, пожалуйста, в Заре есть похожий даже по цвету. Ну, по цветовой гамме, скажем так, потому что тот все-таки двухцветный. И в Заре, между прочим, есть много разных шарфов сейчас с шерстью, более ярких, но я взяла себе такой и планирую его как-то небрежно носить. Он очень длинный, это тренд сезона. Пока что оставлю его, но, девочки, вы знаете, вот на модных блогеров как насмотришься, как они вот так носят шарфы, он же спадает. А закручивать его вокруг шеи тоже не вариант, он слишком объемный. Надо подумать, но если вы хотели бы помодничать, ищите что-то на замену Жакмю, то вот как бы пожалуйста. Что же я все-таки купила в Икее? Во-первых, взяла вот такую подставку. Она, кстати, металлическая. Это подставка или под всякие там кухонные лопатки. А я хотела бы использовать ее для чистых вилок. Вот поставить на раковину, мне кажется, симпатичнее будет выглядеть, чем наша металлическая. Вода здесь не будет застаиваться, потому что здесь есть ситечко, но придется периодически мыть эту подставку. Я уже вижу, как это будет раздражать Томака. Придется ему мириться. В прошлом году Томак даже просил, чтобы я купила свечу с запахом хвои, вот каких-то праздников, зимы. И было сложно найти, а когда нашла, такая свеча была достаточно дорогой. И в Икее вот это, кстати, пахнет, сейчас не открою одной рукой, тем, что я сказала, и она такая нейтральная, универсальная, так что уже потихоньку начинаю готовиться к праздникам. И смотрите, она горит аж 70 часов, и там были разные размеры. Маленькие, средние и большие. У меня где-то средняя. Ножницы, нам вечно дома их не хватает, поэтому взяла большие и маленькие в наборе. Три набора для декорации домиков. Я так понимаю, что домики там внутри. Если нет, то это, конечно, будет прикол. Ну ничего, или испеку сама, или еще раз поедем в Икею. И вот такой кондитерский клей. Он действительно хорошо склеивает все пряники и держит их так, как надо, пока вы их не съедите. Взяла две упаковки, в прошлом году мы с Игнатом делали, и было очень прикольно и весело. Ну и последнее, это две простыни с резинкой. Я не знаю почему, но у нас не так просто найти вот такого размера. Простынь одна хлопковая, а вторая с сатином. Она была гораздо дороже, но посмотрим. Это то, что, знаете, застирывается, становится таким желтым, каким-то некрасивым, поэтому решила обновить и взяла сразу две. Теперь иду все это пораскладывать. Выпью кофе и буду готовить ужин для детей. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Столик приехал. И давайте уже в следующем влоге, потому что я, наверное, очень долго буду все это собирать, скручивать. Пожелайте мне удачи. И спасибо вам огромное за такие теплые приемы моих последних видео. Так много хороших комментариев вам откликается то, что я говорю, и у меня немного не хватает времени отвечать всем, но я сама в шоке от такой отдачи. Мне очень приятно. Пока-пока.